Всем привет, с вами Марс. Сегодня я подведу итоги конкурса. Как вы помните, конкурс состоял в том, чтобы присылать мне новые аватарки. У нас определились два победителя. Во-первых, картинку вы видите перед собой. Алекс, 1246. Спасибо тебе, Алекс. Она будет фоном моего канала. Вторым же победителем стал Питер Биджи. Спасибо тебе большое. Эта картинка будет теперь новой аватаркой на моем канале. Спасибо вам, парни. Питер, поскольку ты, во-первых, прислал свою картинку первым, во-вторых, я ее буду использовать как аватарку, в своем письме ты пожелал получить Skyrim. Что ж, ключ я тебе уже отправил. Что же касается Алекса, Алекс уже получил ключ на ZBT, на The Elder Scrolls Online, и был доволен тем, что он его активировал. Я его прекрасно понимаю, потому что я сам очень долго ждал, пока меня пустят на ZBT. К сожалению, ему не повезло, но теперь он сможет поиграть. Пускай недолго, но, к сожалению, бетки надольше пока не дают. Спасибо вам, парни, за то, что приняли участие в моем конкурсе. Dark Souls Prepare Today Edition я оставляю себе. Спасибо всем, кто откликнулся, кто присылал мне свои картинки, аватарки. К сожалению, были повторы, но что уж поделаешь. Всем спасибо за то, что приняли участие. Кто тут впервые, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока, ребят. Еще раз всем спасибо.